так, по Крыму. Значит, я разработал проект постановления Верховной Рады, обращение генеральному прокурору с требованием привлечь к уголовной ответственности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета, которые голосовали за организацию незаконного референдума о присоединении к Российской Федерации, потом голосовали за утверждение результатов этого референдума. По моему глубокому убеждению, те, кто это сделал, являются преступниками. Они нарушили 109 статью, 110 статью Уголовного кодекса. Это государственные изменники. И их оценка, их действия должна быть дана оценка уголовного характера. Сейчас эти люди свободно приезжают в Украину, ездят, так сказать, ходят по ресторанам и не несут никакой ответственности, развивают свой бизнес и так далее. Мы должны добиться того, чтобы Генеральная прокуратура после этого обращения дала оценку юридическим действиям, объявила их в международный розыск. Есть в интернете список тех, кто проголосовал, поэтому Генеральная прокуратура, есть оперативные службы, у которых есть видеозаписи, кто голосовал, кто нет, это их задача выяснить. Я также хочу принести благодарность тем депутатам Верховного Совета Автономной Республики Крым и депутатам Севастопольского городского совета, которые не поддержали незаконное постановление о отсоединении Крыма и Севастополя от Украины. Вы молодцы, вы смелые люди, и вам как раз государство должно помогать и вас поддерживать, потому что вы теперь нуждающиеся и преследуемые в Крыму.